такая крепенькая, да, отличные конечности, отличная грудная клетка, великолепная структура шерсти, упругая, прилегающая, красивую форму, вот и думаю, красивая форма, вот, когда мы посмотрим, смотрите, какие перышки есть, смотрите, как большие. Отличная форма, да не стесняйся. Большие отличные формы ушки. Как у нас красиво уши стоят. Отличный тебби маркер. Отличный контраст. Отличный контраст. Давай посмотрим личико. Прекрасный шоу темперамент. Великолепные синие глазищи. Красиво формирование рожицы. Покажи рожицы. Замечательный лососевый носик, приятная линия профиля. Сейчас малышка посмотрю, сейчас тоже. Мне нравится длина уха, мне нравится форма уха, мне нравится шерсть, фигура и приятная породная головочка. Прекрасно, молодец, отличный характер, прекрасный баланс, молодец. Так. И вот сейчас вот из этих трех. Юниором, девочек и мальчика, я должна выбрать, по моему мнению, вообще они один другого стоят. Смотрите, очень миловидная, такая нежная, красивая блюшечка. Очень миловидная. А остроухая, такая восточная, яркая, типированная кошечка. В таком старосиабском стиле с большими ушками. И выразительный силовый парень. А, то есть у нас есть возможность тебе оппозицию выбрать. Отлично. Отлично. Ну, из двух девочек я все-таки выбираю номер 375. Вот. Хотя, конечно, красотка, блюшечка. И труднее конкурировать, это как раз более сложная и, тем не менее, она очень хороша. А из мальчика и девочки... Ты моя красота. Из мальчика и девочки. Звание быстро. Нет, все-таки звание Best оппозиции лучшего противоположного пола я отдаю девочке, а лучшим юниором я называю мальчика. У него более зрелая головочка в настоящий момент. Хорошо раскрыта голова. А Шубина еще менять будем, если кто-то другой. Сейчас посмотрим выбор. У вас замечательное шоу, у вас 4 кота участвуют в ваших эстрадах. 366. Вот у этого кота сразу первое, что бросается в глаза, прекрасный окрас. Смотрите, какой у него шикарный контраст. Маленькие лапы, отлично прокрашенный хвост. Малыш, ну давай, ну красивая, стройная шейка. Стройная. Сильное, крепкое, стройное тело, очень красивое рук от шеи, безусловно, клиновидная голова с ровным профилем, приятный, молодой котик был кастрирован, для всех, да, выразительные синие глаза, красивая головочка, приятный постав ушей, очень эффектный мальчуган,
отличная специфическая форма, такой крепенький и не то, не хорошая ручка. Красивая голова парня. Посмотрим еще. 369 номер, тоже силкой. Красавец мужчина, настоящий полковник, заслуженный парень, находящийся в пионерской работе, с прекрасными синими глазами, очень красивую поставку форму, 16 галочек сформирована. А признаки элегантности на лицо. То есть у нас отличная длина шеи, у нас отличная длина конечности, у нас отлично растянут корпус, у нас красивый длинный хвост. Так, давай я тебе посмотрю. Очень красивая, стильная, длинновидная голова с четкими плоскостями. Посмотрите, какая прелесть. Плоские высокие скулы, большие уши, очень стильная голова. Кстати, у парня прекрасный подбородок, приятная линия профиля, великолепный цвет глаз. При правильной форме поставили глаз. Ну, немножко надевались. Ой, это моя кошка. Глаза светло-фиалкового цвета. Фантастический окрас. Нет, вон он. Фиалковые обычно сиреневые и темные. А тут достаточно светлые, но вместе с тем очень красивый оттенок. Можно будет пробовать? Так, 371-й. Силтепи. Бортиком выносите. Вот еще один зрелый, красивый ход Силтепи Пойнт. Сильный, жилистый, мускулистый. В отличной спортивной, да ты мой хороший, в отличной спортивной форме, да ты красавец. Зрелая, красивая, мощная голова. Очень красивый яблокоголовый яблокхед, который выпитает. Прекрасное соотношение длины лицевой черепной части, широкий, красивый нос, это молодец. Я на тебя посмотрю еще. Хороший контраст пойнтов. Большие красивые уши. По-моему, вообще очень выразительный, очень харизматичный, прекрасная форма и постав глаз. Если вы касаетесь. Очень эстетичный, красивый ход, с очень гармоничной, красивой головой. Да? Глаза. Подожди, Вичка, посмотри. Тоже. Ну, вы в балансе таких котов кастрируете, один другого не съесть. Красивое тело, сильное, спортивное, не ругайся. Отличный шоу-темперамент, отличный теги, покажи лицо. Большие красивые глаза, крупные широкого постава уши. Тоже интересно, да? И типичная структура шерсти, прилегающая, упругая, с минимально выраженным подшерстком. Скажи сюда. Чтобы все кастрированные коты так и брали. Были в такой красивой форме. Забирайте. Да он так думает, то ли поиграть, то ли не надо. А вы со стороны берите. Ну берите, берите, спокойнее берите.
скажи, здесь самый красивый, что куда тут ходить? Спокойнее, бери поспокойнее. Нет, просто я могла бы его взять, но вдруг в руки передавать мне очень хорошо. Итак, четыре парня. Парни, безусловно, хороши, хороши. Да ты красавец. Значит, мне очень нравится вот этот сил своей головой, своим абрисом. У нее четкая, красивая, тяжкая голова. Посмотрите, как поставлены уши, какой угол хороший. Прекрасный цвет глаз. Этот сил, ты зря стесняешься. У нее тоже красивая, чистая голова с хорошими линиями, с хорошим соотношением длины уха к длине морды. Ну, мы, конечно, любим поедем. Эффектный парниша силовиковой, вот этот вот очень выразительный, коротким играющий. Но, на мой взгляд, наиболее правильный, гармоничный, это номер 17.